Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Ролан Морозов. И сегодня поговорим про CoinMarketCap и именно про подарки, что раздает CoinMarketCap совершенно без вложения. Так что сегодня мы не будем говорить, насколько классный сайт CoinMarketCap, насколько много он помогает нашим аналитике криптовалют, а именно подарки. Что надо сделать, чтобы получить бесплатные подарки от CoinMarketCap? Для начала надо зарегистрироваться. Видите, маленькая такая головка у меня тут, да? Тут у вас будет либо там регистрация, либо логин. Я не помню, если честно. Просто зарегистрируемся. Ничего простого. Там просто забываете почту, и, по-моему, было все. Кстати, ссылку оставлю в описании под этим видео, чтобы вам не искать бы этот сайт и не попасть бы на фишинговый сайт. Так, после этого, когда вы уже зарегистрировались, что надо делать? Во-первых, есть тут раздел «Бриллианты». Это очень классный раздел. Не все его пользуются, не все его под достоинство рассматривать. А просто вот нажимая каждый день в раз в сутки на этот бриллиантик можно получить бесплатные бриллианты. Видите, я это прохожу регулярно. Тут мое количество бриллиантиков. И за них можно получить очень и очень ценные подарки. Так, как это делается? Просто нажимаю сюда забрать свои бриллиантики. Все. На этот день у меня все, тут стал бегать таймер, даже, видите, не за сутки, а за 20 часов. И добавились монетики. Тут можно еще проходить дополнительные вещи и получить дополнительные монетики. И тут тоже. Я тут, конечно, участвую, но еще ничего не выиграл. Так, после этого, когда наберете сюда энное количество бриллиантов, видите, тут есть раздел «Rewards». Нажимаем сюда. И тут можно получать бесплатно, ну как бесплатно, за наши поинты NFT-шки. Каждый раз, когда, ну это видите, сейчас еще есть действительно за 5000 очков. Просто, например, нажимаю и видно, что это NFT, ну, карточка лимитированный, и мы можем его получить совершенно, ну как получается, без вложения. Кстати, остался их всего лишь 4 карточки. У меня на данный момент нету такого количества, но если были бы, я его обязательно тоже взял бы. Так, еще, если вы хотите получать бесплатные подарочки, я советую вам еще зарегистрироваться на бирже Binance. Если там зарегистрированы, вообще классно. Почему? Потому что CoinMarketCap еще раздает криптовалюту бесплатно. Не все это тоже знают. Сейчас подойдем к этой теме. Еще покажу вам, какие были подарки. Вот где sold out, это значит, что все уже раздали, да. Вот это было классно, я участвовал. И, ну, видите, тут, ну, просто вот так смотреть, и на самом деле тут очень много классных NFT-токенов, и тем более, вы сами знаете, что за NFT-токенов будущее. Видите, это тоже игровой этот сундук, Mobox. Кстати, очень тоже классная вещь, кто участвует в Mobox'е, ну просто, ну, подарок судьбы, как говорится. Ладненько. Как получить еще тут бесплатные монеты? Смотрите, тут есть раздел Learn, больше или как, да? Идете на этот раздел сюда, и вот тут есть Earn, то есть зарабатывать. Нажимаем сюда, и тут есть разные задания, за что мы получаем криптовалюту. Скажу так, что раздают действительно щедро и много. Ну, там начинается приблизительно, скажем так, от $5. Но если вы вообще начинающий человек в мире криптовалюты, ну, это просто шикарная возможность. И почему я сказал, что вам нужен Binance? Потому что те криптовалюты, в основном все идут либо на Binance, либо на, ну, в моем случае, либо на MetaMask, либо Trust Wallet, в сети BNB. Так что, друзья, пользуйтесь этим бесплатным возможностью получать себе бриллианты и за них подарки. Ну, я думаю, ничего сложного там нету. Заходите в раз в день и нажать на получить бриллианты. Так, друзья, если это видео было вам интересно,
Ставьте лайк, пожалуйста. Делитесь этим видео своими друзьями, чтобы они могли бы совершенно бесплатно получить NFT-карточки. И что я могу вам сказать, друзья? Зарабатываем быстро. И главное, честно. Всем пока.